Профессиональные спортсмены – дармоеды. Это люди, которые не производят ни интеллектуального, ни культурного, ни физического труда. Ни хотя бы даже... Ладно, гражданские, не гражданские, похуй, блядь, на том свете разберутся, блядь. Обзор из мира компьютерных игр. Свет увидели новые 3D-игры 18+. Самый популярный из них – талончик на ФГДС, и вторая – имел бесплатную медицину. Макшнакнекс. Кого? Макшнакнекс. Что это такое? Макдокнек. Ты искал Макдональдс? Нет. Друзья, если вы хотите немного отупеть, заходите ко мне в рекомендации. Нет, заходите ко мне в рекомендации, деградите по полной. Разойдитесь, ребята. Я в этом шарю. Я помню своего отца. Жили мы на окраине Москвы. С тех пор я ношу его очки. О нет, прохладная история, мы проиграли. Автор закладывал, что я буду исполнять как... А-а-а, крокодилы-бегемоты! А-а-а, обезьяны-кошелоты! А-а-а, господи, тут еще и зеленый попугай! Куда ни посмотрю, во власти везде или коммунисты, или сионисты, или гомосексуалисты. Все. Тимати и Гуф на передаче «Кто хочет стать миллионером?» Мы берем деньги. Да мы знаем. Когда мой батя в последний раз сказал «лучше со мной, чем по подворотням», я с утра такой радугой блевал, единороги обзавидовались. Кстати, единорогов я тоже реально видел. Туалеты на трассе Колыма. Ж, М, мужики. И П, пидор. Тропы нет. Пидоров здесь нет на себе. Ну, конечно. Ура! Х**, нашелся. Сама нашла х**. Какой х**? Знаете, что в Серове происходит? А в Серове вообще ничего не происходит. Да? Да! Да! Провода! Да! Это существует! Прикинь! Вот это я понимаю! Ну хуй!
О, так они живые? Да, они живые. Where are you from? Japan. Конничуа. Конничуа. Да? По-моему, активировал их. Лысым людям верить нельзя. Ведь потому у императора и была роскошная шевелюра.